что мы с вами не воспринимаем никаких фактических фактов. Мы воспринимаем только отношения между ними. Вспомните маму, сестру, жену, там, и мужа там, и так далее. Значит, вот представьте, что вам надо рассказать о своей маме, например, человеку, который там повар и там работает в ресторане. Или представьте, что вам надо рассказать про свою маму, о своей маме врачу. Или своей второй половине, или своему другу. Вы всякий раз будете рассказывать про разных мам. А какую на самом деле маму вы помните? Память, как нам кажется, такая железобетонная, кристаллическая, на самом деле таковой не является.